Наезды на пешеходов – один из самых частых видов ДТП. Такую статистику приводит в управление ГИБДД по Чебоксарам. Инспекторы регулярно проводят профилактические рейды. В одном из них побывала и наша съемочная группа. Сегодняшнее утро. Улица Гагарина. Девушка переходит дорогу по пешеходному переходу, и ее сбивает троллейбус. К сожалению, в последнее время такие наезды повторяются с пугающей частотой. Особая озабоченность у нас вызывает ДТП с участием пешеходов. По итогам 9 месяцев 2018 года на территории города Чебоксары зарегистрировано 135 наездов на пешеходах, в которых у нас 12 человек погибло и 128 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Президентский бульвар, улица Гагарина, проспект Мира. Здесь сконцентрированы самые опасные участки движения. Чтобы снизить количество аварий, сотрудники ГИБДД проводят профилактические акции. На этот раз такую. Уважаемые водители, отдел ГИБДД по городу Чебоксары напоминает, что пешеходный переход – место повышенной опасности. Автобус с громкоговорителями на крыше еще раз напоминает всем участникам дорожного движения, как важно соблюдать правила. Посмотрю сначала, куда? Налево. А потом? Потом перейду половинку, посмотрю направо. Если нет транспорта, значит пойду. Если надо, чтобы у тебя увидел водитель, я вижу, что он остановился, тогда иду. Но так поступают не все пешеходы. Торопились очень сильно. Да. Ну а вообще видели, что красный горит? Да, увидели. Но слишком было уже поздно. Ну, поймите правильно, отсутствие машин, это не говорит о том, что вы имеете право переходить проезжую часть на красный сигнал светофора. Автобус колесит по Чебоксарским улицам вторую неделю. В рейд выходит ближе к сумеркам и часу пик. Именно это время считается наиболее опасным. Следующая остановка – улица Ленинского комсомола. Здесь часто происходят аварии с участием пешеходов. Одна из последних случилась в начале октября. Еще одна чуть не произошла на глазах нашей съемочной группы. Почему здесь дорогу тут Не до смеха было бы, случись ДТП. Сотрудники ГИБДД еще раз напомнили пешеходам правила дорожного движения. Провели профилактическую беседу и показали видеоролик. Пешеходы должны быть в первую очередь сами очень внимательны и соблюдать правила дорожного движения. И при переходе проезжей части не надеяться, что именно водитель в любое время остановится. Знай, помни, соблюдай. Три простых правила, которые могут спасти жизнь человека. Татьяна Леонтьева, Павел Редков, Республика.